Всем доброго времени суток, с вами Silent Машика, и сегодня у меня для вас новости на 16 число 8 месяца 2019 года. Этой ночью прошел у нас Prime Time, где Twitch дропом выступал дисплей Симериса, который доставили всем без проблем. Тем же, кто активировал промокод во времена Танакона, можете иметь два дисплея в распоряжении. Напомню, что получить глиф Симериса можно будет на следующей неделе на очередном Prime Time. Также упомянули на прайм-тайме, что на грядущем девстриме нам расскажут о статусе игры 7 лет назад, на момент закрытой альфы. Напомню дополнительно, что пройдет этот девстрим в 21.00 по МСК сегодня с неким твич-дропом. Также там должны показать Грендела и немного поговорить про Роллджек. Дополнительно на этом девстриме опубликуют стату одного из гринерских палачей в рамках знойных дней, того самого Грэша со шляпкой. По другим новостям, Баркетир прибывает сегодня в 16.00 по МСК на все платформы. Предположительно, привезет он пушистика пустынного ската. Что касается платформ, то на ПК и Xbox ждите его на Плутоне, а на PS4 и Nintendo Switch ожидайте на Эриде. Говоря про консоли. Консольное обновление с Deluxe Wukonga и прочим отправили на проверку, потому ожидайте новостей. Месить обнова будет почти полгига, хотя на Switch и того меньше. И на сегодня на этом у меня для вас все новости, поэтому будем ожидать анонсов девстрима и посмотрим, что же нам такого расскажут. Но от меня на сегодня уже точно все, потому всем всего, всем удачи и всем пока!